Добрый день, дорогие друзья! Пять важных решений в своей жизни. Тема этого небольшого видеоразмышления. И время рождения, место рождения, пол, семью и страну никто из людей не выбирает. Поэтому с этим надо смириться, это надо принять. Но вот есть пять очень важных решений и, так скажем, выборов в своей жизни, которое делает сам человек, и при этом ему кто-то может помогать. Это может быть враг или служителя врага. Это может быть Бог или ангелы, солдаты Божьи. Это могут быть родственники, друзья или сам человек, или какой-то учитель, в кавычках мудрец, который натолкнул или подтолкнул человека к этому выбору. Итак, первое – это после школы человек выбирает профессию. Это очень важно, потому что большинство людей в течение жизни меняют свою профессию, причем даже иногда неоднократно. Иногда люди учатся продолжительное время, и все равно выбор оказывается неверным. Но от этого выбора зависит не только благосостояние человека, не только его материальная сторона жизни, но и духовная в том числе. Потому что от профессии, от его места работы человек должен получать удовольствие и радость. И если этого нет, то выбор неверный. Затем второе – это выбор мужа или жены. И здесь тоже много ошибок, особенно сегодня в России 82% разводов. Необходимо спрашивать у Бога: «Господи, это Твой человек? Этот человек не предаст меня, не изменит мне, не бросит меня». И это очень важно. Третье – это место проживания. И здесь также – село ли это, город ли это, столица ли это, переезд ли в другую страну – это все должно быть сопровождено молитвой, постом и выбором Бога, а не самого человека и его желаний. Теперь место работы. Профессия – это одно, а вот место работы – это другое. Иногда люди ради повышения карьеры, ради приближения к власти имущим, ради увеличения финансового благополучия, они работают в таких местах, в которых Бог не хотел бы, чтобы они там работали. Они принимают судьбоносные решения не только для своей семьи, но и для многих-многих людей. И они часто ошибаются. Затем, пятое – это друзья. Друзья могут привести человека к благополучию, к процветанию, к здоровью, а могут привести его и на кладбище, в больницу, в тюрьму или в развод. И это тоже происходит. Поэтому в этих пяти выборах, в этих пяти решениях очень важна Божья воля и благословение. И для этого человеку необходимо как молиться, так и поститься, принимая важное решение. И поэтому одиночество, болезни, благосостояние, польза, радость, мироощущение – все это через наши выборы с Богом или без Него. Посмышляйте вы об этом, а я желаю вам Божьей милости, благодати. До свидания.